Итак, друзья, мы начинаем прямую трансляцию. Чертаново-Локомотив. Именно эти команды встречаются в матче второго тура UFL-2. Это возрастной дивизион для юношей 2005 года рождения, которые именно в этом сезоне 2021-2022 дебютируют в сезоне снова. Два дивизиона дебютируют ребята 2005 года рождения, а в UFL-1 играют футболисты 2004-го. Итак, смотрим. Чертаново-Локомотив. Чертаново в синей форме. Локомотив сегодня в белом комплекте. Меня зовут это название. Для тех, кто не знает, это главный турнир, по сути, всего детско-юношеского футбола России. Иначе называющийся летнее первенство Москвы. Опасно! И счет открыт в этом матче. Денис Ошивнев. Опа, вот так подкинул и туда засандалил Денис. Прямо с границы штрафной. Ну, наверное, Тимофей Митров будет предъявлять претензии своим защитникам. Как так? Столько времени дали игроку. Ну, Батраков в старте. 9-й номер. Он, не побоюсь этого слова, такая душа и сердце команды. Ну и вот это можно засчитывать как удар. Все видел, пошли все высокие в чужую штрафную. Навес следует. И удар следует. Удар достаточно сильный. Удар в створ. По поводу этого момента, который сейчас произошел. Просто действительно со штрафного мяч запульнули вперед, где не было вообще никого в синей форме. И вот, пожалуйста, чем это может обернуться на последней минуте тайма. Данил Веселов в некотором смысле выручает сейчас свою... Ну а вот теперь точно все. Две добавленных минуты истекли. Всего 47. Счет 1-0. По итогам первого тайма Денис... Арутюнян. От него просили передачу направо, но он сделал передачу на Батракова. Удар Алексея. И вот он, сейв Данила Веселова. Пошел рассказывать своим, что, мол, нельзя давать бить. Тут не факт, кстати, что мяч шел в створ ворот, но уже взлетело. А вот неплохой заброс и удар от Камышенко. Мамонов забрасывает мяч туда, в сторону Батракова. Тот обманывает своего оппонента уже в чужой штрафной и бьет Батраков. Посильнее бы Алексею. А сыграл-то хорошо. Опа, здесь я под правую, ну просто выковыривал из-под себя в итоге Батраков мяч. Потому что именно в эту субботу, 31 июля, матч на арене Чертаново должны пройти без зрителей. А это Батраков и его удар, и мяч влетает в ворота Даниила Веселова. Классный гол от Алексея с левой ноги, закрутил в нижнюю шестерочку. Вот только пропустив гол, чертанцы забегали во втором тайме. Аношин, Семенов, удар Аношина в створ. Забирает Тимофей Митров. Ждал мяча очень долго Семенов. И в итоге на перехвате классно сыграл Щелкунов. Прострел, надо замыкать. И мяч пролетает мимо ворот. Так, ну здесь все по свисточку. Судья предупредил. Раков бьет, и перекладина спасает ворота Чертанова. На добивании кто? Локомотивцы. И в итоге мяч вылетает все-таки из штрафной. Железнодорожники провели. Владимир Скок тоже на эмоциях на бровке. 3 минуты истекли. И совсем скоро прозвучит свисток. После этой атаки, наверное, последний шанс. Рака берет игру на себя. Прострел от Вадима. Ох, на метр бы чуть правее, и можно было на дальней штанге замыкать. Весьма боевой мир в этом матче Чертаново-Локомотив. Первый тайм остался за Чертаново, и гол Дениса Ошивнева тоже в различные хайлайты. Самый красивый голов этого тура наверняка попадет.